Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в Clash Royale. Давайте открывать сундуки. Так, деньги. Варвары. И валькирия. Понятно, давайте следующий. Миньоны. И хижина. Так, давайте тогда еще вот это откроем. Ну, не особо, если честно. Так, ну что, активируем. И, наверное, пойдем с вами в бой. Как раз у нас королевский сундук. Нужно 9 корон заработать. Вот такая у меня в данный момент дека. Что у нас здесь еще есть хорошего? Ну, в принципе, пока и ничего. В общем, давайте будем пробовать. Поехали. Понеслась, как говорится. Так, ну давайте начнем с домика, наверное. И что он там? Тоже домик, да? Хорошо. Ведьма. Оу, воу, 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 тихо, тихо, тихо. Миньоны, успокойтесь. Разбомбили, отлично. Теперь валькирию пойдем. Будем ставить. Он тоже вызвал валькирию. Но мы еще лучников поставим. Немножко неудачно получилось. Мне бы сейчас шар, было бы самое то, ребят. Давайте мы сделаем, наверное... Нет, подождем. Давайте сделаем вот так. А он шар тут отправил, да? Хорошо, пускай шар. Стрелы, значит, у него есть. Все понятно. Так, давайте опять домик ставить. Я вот не знаю, или ведьму отправить сейчас, или шар. Наверное, все-таки я сделаю шар. Поехали. Тоже миньонов вызывает, гаденыш. Давай, ай. Чуть-чуть не хватило. Блин, у него колода как у меня почти. Ладно, давайте тогда ведьму. Ведьму вызывать. Сейчас, ага, тоже вызывает. Ну, тогда мы вызовем с вами валькирию. Оу-оу-оу, а вот это перебор, по-моему. Давай-давай-давай-давай. И миньонов. Да ну нафиг. Что-то как-то резко он сделал тут все. Вот это жесть, ребят. Да. Офигеть. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, ну что, для начала выпустим ведьму. Так, что это у нее тут? Ага, варвары. Ладно, с варварами разобрались. Мушкетчик. Я не знаю, ну до шара, наверное, дело не дойдет, не успеем. А хотелось бы. Так, ну я предлагаю домик выставить. Пускай будет... Компасировать ему мозги. Смотри, что делает. Тоже выставил домик. Ладно, хорошо, что он его рядом поставил. Мы сейчас сделаем ведьму. Так, он еще тут зомбарей вызвал. Точнее, мертвецов этих.
Тогда пойдет у нас Валькирия. Так, давайте ему сносить домик. Нормуль. Так, ну сейчас должны мы ему башню снести. Попробуем таким макаром. И еще... А, ну, в принципе, все, он сдался. Даже не стал никого вызывать. Хорошо, едем дальше. Эх, заработали сундучок себе. Поехали далее в бой. Урфин Джуз и его деревянные солдаты. Так, кого он сейчас тут? Смотрите, что делает, а? Ладно. Раз ты так... Блин, надо было не это сделать. Зачем я так поступил, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я тупанул сейчас в данный момент, если честно. Очень глупо сделано было с моей стороны. Ну, Валькирия это здесь не пройдет, это однозначно. Мы сейчас тут сделаем вот так вот. Ну что ж, неплохо. Так, давайте, наверное, с вами отправим шар. Так, он фаербол потратил. Ну, бомбит эту башню. Так, отлично. Что-то выжидает гаденыш, а? Вот это ты, конечно, зря, браток. Давай скелетов, он сейчас стрелами опять. Я так и понял. Но не тут-то было. Чё делать? Блин, ну какого лешего я так далеко лучников своих поставил, а? Сглупил. Ничего не скажешь. Ладно, надо накопить нам эликсира. И я думаю... Нет, давайте-ка вот так, наверное, сделаем. Ведьму. Он сейчас башню поставит, больше чем уверен. Сейчас ее влепит. Нет, смотрите-ка, тоже поставил ведьму. И вот теперь он поставил башню. Так, ну что же, полетел тогда мой шар. И Валькирия пошла. Так, давайте домик ставить. Ну вот уж нет. Так, вот это ты, конечно, зря, браток. Блин, надо было Валькирию влепить. Хрен там тебе. Да куда, блин, что ты творишь-то, чудило? Ладно, полетел шар. Ух ты, блин, с этой башней поганой, а? Не прокатит. Хреново, ребята, хреново получилось. Разжет он еще, а? Ну, хорошо, ржи. Так, Борис, удачи, удачи. Поехали. Так, и Валькирия у нас пойдет. Блин, эти миньоны, вот, честно говоря, достача просто какая-то. Давайте валить этого мушкетчика. Хреново. Так, скелеты. Ух ты. Бочку он запустил. Так, ладно, бочка так бочка. Вызывает ведьму. Ну что же, ведьму мы сюда, наверное, подождем, когда она подойдет, и уже здесь выпустим на нее миньонов. Я думаю, это будет оптимальный вариантик. Вот так вот.
Отлично. Промахнулся, лопух. Ну давайте, ну быстрее, ведьма, беги. Ну что, как корявая какая-то. Ну давай ты его дожаривай, елки ты палки. Молодец, наконец-то. Успеем, нет? Ходу дела нифига, мы не успеем. Вот сюда, олухи. Так, ну ладно, одну башню мы ему снесли. Так, вышел мушкетчик. Ну а мы тогда здесь отправим шар. Пускай он летит, потихонечку себе бомбит там. И, наверное, следующие у нас будут кто? Миньоны, да? Миньонов он целую орду вызвал. Пускай они подлетят поближе. И выпускаем своих же миньонов. Так. Теперь он отправляет ведьму. Будем ждать. Будем, ребята, ждать. Так, вот это, конечно, фигово. Очень фигово, если честно. Давайте тут всех, кого можно, вызываем. И вперед. Сейчас я еще шар вызову на помощь. Так, а этих миньонов мы заколбасим сейчас. Ну что же, победа за нами, ребят. Тут уже как ни крути. Ему не выкарабкаться. Все, отлично. Так, ну что же, хорошо. Продвигаемся с вами далее. Сколько нам еще корон надо? Еще 3 штуки. Ну, что ж, давайте пытаться. Блин, мне бы на другой ранг перейти. Вот это было бы неплохо. Новые там персонажи будут доступны. Так, пока затишье у него, да? Ну, давайте для начала, наверное, вызовем мушкетчика. Под прикрытием валькирии нашей родной. Так мы сделаем. Смотри, что творит, а? Что он творит? Маг. Вот магов только мне тут не хватало. Бомбани! Отлично, бомбанул. Все-таки успел. Ну давай, давай, подходи сюда. Оу, вот это плохо. Фаер твой тебе не поможет, придурок. Тоже поставим лучников. Чтобы тут не расслаблялся, так скажем. Что, 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 что? Засуетился. Так, давайте поставим домик. Ну, этот домик уже на ладан дышит, так что... В принципе, пока терпимо. Валькирия. Что он там? Снаряд выпустил свой. Ну, хорошо, выпустил снаряд, ладно. Давайте выпускать здесь шар. Опять у него этот маг поганый выбежал, а? Так, ну что, мага мы будем с вами, наверное... скелетами бомбить. Скорее всего, это будет у нас так сделано. Так, и и ведьма, точнее, валькирия. Рыцаря, вот зачем он рыцаря выставлял, интересно, в орду моих скелетов? Вот это вот для меня, конечно, было очень странно, если честно. Давайте бомбить. И валькирия. Так, куча скелетов, естественно. Так, ну я так понял, он этого не ожидал. Побежали. Шар. И ведьма. Ну, это вы зря тут разбежались, я смотрю.
Ага, конечно. Хрен тебе. Выпустил он свою боеголовку, блин. Да, я думал, сейчас получим звезду. Ой, звезду, сундук. Пока нифига, еще два боя нам предстоит сделать. Ладно, погнали. Рахман какой-то, да, против нас играет. Ладно, Рахман так Рахман, Абдурахман. И Валькирия пошла. Оу, куча миньонов. Куча миньонов, это плохо, ребят. Надо будет отбиваться от этих миньонов нам. Чё творит, а? Смотри, домик мне разбомбил. Ну ладно. Давайте миньонами. Ну миньоны, давайте запалите там по полной. Смотри, что творит, а? Не хочет сдаваться, гад. Но уничтожил, гад, все-таки, а? Базенку мне. Атакуйте, атакуйте, скелетики. Нечего ему тут. Опа-на, у него тоже тут орда. Ладно, на этот случай нам поможет только Валькирия. Блин, эликсира совсем нету. Очень плохо. Давайте здесь мы этих миньонов всех перестреляем. Так, готовы, огурцы. Так, ну давайте опять тогда, я не знаю, домик пытаться будем отправлять. Времени очень-очень мало. Пека еще. Ах, тут совсем другой пека, ребята, у нас. Тут гигантский пека. Давайте этого дракона запалим. Запалили. Что у него там за дракон такой раскачанный, блин, а? Так, давайте-ка нафиг. Нечего тут расслабляться. Вот тут я, конечно, немножко сглупил, ребята. Надо было мне все-таки Валькирию. Вот. Вот так вот оно будет лучше. Успел. Не успел ни хрена. Блин, вот дракон. Мне нужен летающий дракон. Блин, мне еще... Я вместо миньонов... Точнее, вместо лучников бы взял бы себе дракона бы в группу. Лучники как-то уже устарели. Поехали дальше. Но он мне почему-то не выпадает. Не знаю почему. Слушайте, может быть, в принципе... Избавиться от домика было бы, наверное, неплохо. Да, как раз скелетики под Валькирию, самое то. Так, я вот думаю, может шар отправить, давайте шар отправим. Как раз будет самое то. Лучники его, если что, прикроют. И ведьму еще здесь. Так, ну что, осталась еще башенка. Вот ее бы снести, а как? Пока ума не приложу. Так, он вызвал мечника. Вот это плохо. Пока у меня тут откат по миньонам пройдет. Хотя есть для этого скелетики. Так, что там они делают? Разносят домик. Ну, Валькирия, ну как ты медленно ходишь, а? Ну, серьезно. Давайте этого дракона бомбите. На. Оу, оу. А вот это вот плохо. Кого я выслал? Зачем ведьма-то здесь нужна? Ё-моё, я же хотел... Хотел миньонов вызвать. Но... Не то. Нажал. Ну, сейчас вызовем миньонов. Так, давайте. Какой настырный, а?
Так, полетел шар у нас. Так, теперь только надо ждать, кого он тут к нам отправит. Так. Все-таки разнес, а? Упырь. Ну, полетел шар. И миньонами прикроемся. Ну, вроде бы пока все под контролем. Ну, разбомбите вы ему базу к чертовой. Все, победа за нами. Ну что же, получаем с вами сундучок сейчас. В магазине новые карты. Ребят, я перешел на новый уровень. Мне доступна арена 5, долина чар. Ух, это хорошо, это просто замечательно. Ну давайте будем вскрывать, смотреть, что нам выпадет. Так, деньги, кристаллы. Так, огненные духи. Пока не знаю, что это такое. Пушка. О, миньоны, это хорошо. И надгробие. Все. Появилось специальное предложение. Спасибо за такое специальное предложение. Ну, что же. Можно нам миньонов наших улучшить. Они будут у меня 6 уровня. Так, ну что ж, довольно неплохо, я думаю. И теперь хочу посмотреть, что это значит. Вот эти вот огненные духи. У этих троих духов есть суицидальная миссия. Подарить тебе теплые объятия. Было бы мило, если бы они не горели. Урон по зоне 80. Цель воздух и земля. Слушайте, ребят, если кто в курсе, вот эти вот огненные духи стоящие юниты или нет, напишите мне, пожалуйста. Ну, а мы с вами продолжаем. Еще, наверное, один бой сделаем. Я хочу посмотреть просто, что это за карта. Очень интересно посмотреть. Ну, довольно красиво выглядит Азия. Так, ну я перешел на другой уровень, значит, здесь у чувачков будут совсем другие юниты, не то что у меня. И, наверное, какие-нибудь очень мощные партизаны. Так, выслал он. Так, понятно. В общем, приблизительно я уже понял, что к чему и почему. Давайте драконов валить. Так, нет, так не покатит. Давайте мушкетчика. Мушкетера, кого нам следующего послать? Сейчас он стопудово будет выжидать время. Ага, вот, значит, кого он выслал. Ладно. Если он сейчас скелетов моих стрелами повредит, вот это будет плохо. Нет, почему-то он вызвал всадника на коне. Ой, на коне, на кабане. Так, и опять дракон, а? Ну, опять придется нам вызывать лучников. Вот плохо, что нет у меня дракона. Очень плохо, ребят. Так, да, значит? Ну, ладно, давай попробуем миньонами заколбасить. Получится? Успеем? Нет, не успеем. Надо, мне кажется, избавляться от домика этих... Как их звать? Гоблинов. Ну что вы там убьете? Добьете вы этого рыцаря или нет? Не добили. Ладно. Сделаем так. Ну что, отправляем тогда шар. Ты смотри, что делать, а? Продуман хренов.
Так, давай скелетов. Шаблу целую вызывать. Смотри, что происходит, а? Просто жесть. Ну, вот здесь ты зря. Разогнался он тут, а? Да ну нафиг, да как так-то? Куда разогнался-то, сынок? Немножечко не хватило мне, конечно. Ну что же, как-то так, ребята, в общем. Ну, а на этом все. Завершаю. Буду потихоньку развиваться, получать новые карты. Ну и увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч.